Дорожный инцидент со смертельным исходом. Так началось сегодня утро в Барнауле. Серьезная авария произошла на улице Трактовой. Столкнулись «Лада Калина» и бетономешалка. Водители и пассажира легкового автомобиля, который буквально разорвало, доставили в больницу. Первый от полученных травм вскоре скончался. ГИБДД Барнаула выясняет обстоятельства аварии и отмечает, эта неделя выдалась особенно насыщенной на ДТП. С целью их предупреждения в рамках месячника безопасности дорожного движения сотрудники ДПС накануне провели в Барнауле большой рейд. Совместно с юными инспекторами движения они дежурили на пешеходных переходах, что находятся вблизи школ, и следили за тем, правильно ли дети переходят дорогу и пропускают ли их водители. В свою очередь школьники подготовили для автовладельцев письма и стихи на тему соблюдения ПДД. Осторожно, торопись, в твоих руках чужая жизнь. Добавим, за 8 месяцев этого года на дорогах Барнаула один ребенок погиб и больше 100 детей были травмированы.